Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Квасмилеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах и насчет бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. Всем привет, ребят, с вами я, Антрамир, и сегодня я вам покажу еще один глич с мастерской арены в GTA 5 онлайн. По ролику многие из вас знают, что сейчас идут скидки в GTA 5 онлайн. Так вот, с этой скидкой связан один глич. А именно, сейчас идет скидка на тюнинг для машин мастерской арены. А при продаже машины с данным тюнингом эта скидка не учитывается, и мы продаем машину за full прайс с этим тюнингом. Или, грубо говоря, при продаже мы уходим в плюс. В прошлом ролике мы с вами продавали машину Доминатор, и как выяснилось, что есть еще одна машина с более высокой выгодой. А именно, эта машина под названием Red Truck, которая катается сейчас на фоне. Для глича нам все так же требуется мастерская арена с возможностью тюнинга машин. 900 тысяч на руках и, конечно же, сама машина Red Truck. По поводу лимитов, лимиты все те же, а именно с кастомным номером мы можем продать только 26 машин в реальные сутки. А без кастомного номера всего лишь 8. Как делать кастомный номер, вы можете поискать на ютубе. Ну а перед началом самого ролика я хочу тебя попросить подписаться на канал, поставить лайк. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие гличи. И еще не забывай про нашу банду в GTA 5 Online, про наш дискорд, про мой ВК с инстаграмом, где я добавляю самых активных, ссылка на это все есть в описании. Ну а теперь погнали к самому ролику. Что ж, для начала мы покупаем сам Red Truck на сайте Arena War. Нам нужен именно стоковый, без всякого тюнинга. Стоит он 37 тысяч долларов игровой валюты. Далее, после этого мы садимся в него и загоняем в нашу мастерскую. После того, как вы заехали в мастерскую, вы должны подождать где-то 5 секунд, чтобы не возникло в дальнейшем проблем. Далее мы переходим во вкладку «Битва на арене» и покупаем тюнинг «Апокалипсис» стоимостью 765 тысяч долларов игровой валюты. После этого мы переходим во вкладку «Продать» и продаем машину за 940 тысяч долларов игровой валюты. И как можно посчитать, в общей сумме мы потратили на машину 800 тысяч долларов игровой валюты, а продали ее за 940 тысяч. И таким образом мы ушли в плюс ровно на 140 тысяч. Сразу хочу сказать, что данный способ фарма актуален до 11 августа, ведь именно тогда кончаются скидки на данный тюнинг. Ну и для наглядности я продал еще одну машину, делая все абсолютно точно так же, а именно покупаю тюнинг и продаю саму машину. И таким образом я опять ушел в плюс ровно на 140 тысяч. Сейчас на данный момент это один из самых легких и прибыльных гличей. Поэтому делайте его, пока он еще актуален. Ведь буквально за 2-3 минуты вы сможете нафармить себе 2,5 миллиона долларов игровой валюты. Ну и на этом все. Огромное тебе спасибо за просмотр. Но если тебе хоть как-то помог, то подпишись на канал и поставь лайк. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. И еще не забывай про нашу банду в GTA 5 онлайн, про наш дискорд, про мой ВК с инстаграмом, где я добавляю самых активных, ссылка на это все есть в описании. Ну а с вами был Антрамир, всем удачи и всем пока-пока.